Государственные инспекторы Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре автомобиля «Вольво» на российско-азербайджанской границе обнаружили 20 голубей без каких-либо ветеринарно-сопроводительных и других документов. Подобная перевозка пернатых является нарушением единых ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утвержденных решением Комиссии Таможенного союза. На перевозчиков был составлен акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза, а также проведена разъяснительная беседа. Птицы же были возвращены обратно в Азербайджан. Болезни, которые могут переносить птицы, являются одними из самых опасных для человека и животных. Тем самым законом Российской Федерации установлен ряд правил, регламентирующий процесс их перевозки с соседних государств.